В Алматинской области запускают проект «Безопасная дорога». Теперь за порядком на проезжей части смогут следить не только автовладельцы, но и неравнодушные жители. Поводом для этого послужила неутешительная статистика. Регион в антилидерах по смертности в ДТП. В прошлом году на дорогах области зарегистрировано 1700 аварий, в которых погибли более 300 человек. Новые меры, говорят инициаторы проекта, позволят изменить эту ситуацию. Алматы – Капшагай, Алматы – Шелек – Харгуз. Трассы, на которых любят погонять лихачи. Разрешенная скорость – 140 км в час. Но соблюдать требования спешат не все. Нарушители нередко становятся виновниками ДТП. Во время гололеда движение должно быть минимальным, скоростной режим. Потому что машина уже не останавливается, как на простом асфальте. Опыта мало у водителей. Еще один опасный участок – железнодорожный переезд Шамалган. Ежедневный транспортный поток через него достигает 6 тысяч автомашин. Километровые пробки и нервные водители. Следить за порядком, говорят дежурные, задача не из простых. Когда проходят поезда, машин скапливается очень много. Иногда выезжают на встречную полосу на железнодорожные пути. Обеспечить порядок трудно. Вечерние часы пик, когда все спешат с работы домой, помощь сотрудников дорожной полиции была бы кстати. В департаменте полиции проблему решили. Установили дежурство на переезде. А еще совместно с прокуратурой запустили проект «Безопасная дорога». В его рамках созданы мобильные группы, которые помогут выявлять и устранять проблемы. Участниками проекта смогут стать и местные жители. Очевидцы смогут отправлять информацию на телеграм-канал. Полицию области достаточно отправить фото или видео об отсутствии дорожных знаков, освещений, светофоров и другую важную информацию. Мы уже провели 1270 обследований дорог и уличной дорожной сети. Внесено 1276 предписаний. За невыполнение требований по содержанию автодорог к административной ответственности привлечены 164 должностных лица. Следить за порядком на дорогах региона помогут и камеры наружного видеонаблюдения. Их установят на 17 дорогах областного значения. Райхан Тажибаева, Саткандова, Алмаз Садуакас, Аят Дусимбаев, Алматинская область, Хабар 24.